И сегодня, я как обещал в предыдущих видео, хочу рассказать вам о мобилизации тазобедренного сустава в рамках естественной физиологической подвижности. Не буду сегодня рассказывать о том, какие движения в тазобедренном суставе являются при не только автозабедренном суставе, а в области таза, вот так вот скажем. Это крестово-подвздошные сочленения, это пояснично-крестовые сочленения, тазобедренные суставы. Короче, вот так вот смотрим. От талии и до паха. Вот эту зону все рассматриваем. Все суставы, которые здесь есть. Почему не буду рассматривать, какие являются физиологичными, какие нет? В тазобедренном суставе все движения, в тазобедренной зоне все движения, они являются естественными, нормальными и физиологичными. Вообще, в этой области у нас в принципе, должно быть абсолютно все подвижно. Здесь, конечно, наиболее подвижная зона – это непосредственно тазобедренные суставы и пояснично-крестцовый переход, то есть нижняя часть поясницы. Вот они подвижны, наиболее. Также заинтересованная зона у нас – это очень заинтересованная, хотя мало подвижная. Это крестово-подвздошное сочленение. Вот. В той или иной степени даже у малоподвижных людей в этой зоне всегда происходят какие-то микроколебания. Встаем ли мы со стула, поднимаемся, наклоняемся. В этом отделе у нас идет всегда работа. Вопрос в другом. Я уже говорил в одном из предыдущих видео, что решая задачи с помощью укоренившихся динамических стереотипов, мы чаще всего добиваемся из-за того, что мы желаем, не с помощью всех амплитуд, осей, траектории, по которым, в принципе, природа дала возможность двигаться нам, а только с помощью тех, которые мы выбрали и которые устоялись. На самом же деле, даже если мы в жизни не применяем что-то, это надо обязательно задействовать. Для чего? Для того, чтобы продлить молодость, да, суставы. Мы должны обязательно работать в рамках тех амплитуд, которые от природы даны. Даже если для жизни это не нужно. Для этого нам дана вот эта разминка, для этого она и существует, чтобы задействовать абсолютно все. Вот. И начнем мы вот с чего. Мы закончили тему на прошлом видео, что делать вращение, это поясница работает, да? И потом я сказал, что важны повороты быть. Вот. Но с поворотов мы не начнем. Почему? Потому что повороты, как я говорил, именно когда вращается позвоночник, когда позвонки вращаются друг против друга, мы заставляем себя на сладкое. Наконец, когда уже все хорошо размято. Потому что именно при таком движении чаще всего и бывают какие-то проблемы. Значит, развернулся, и мы что-то защемили. Вот. Поэтому оставляем это на потом. Для тех, у кого вообще проблемы есть, иногда эти движения даже делать вообще не нужно. Или делать их нужно очень аккуратно. И делать их надо начинать только тогда, когда вы уже долгие месяцы разминку делаете без вращения. Вот. Плюс там у нас, да? Ну, это естественный процесс. Я думаю, что не помешает вам. Вот. И давайте рассмотрим позвоночник, теперь как он работает. И как работает вся тазобедренная зона. С чего мы начнем? Мы начнем с такого движения, как проработка совокупных наклонов в сторону и вперед. Помните, как мы вращаем? Сначала корпус, да, потом мы вращаем. Точно так же таз, когда поясница прорабатывает. А теперь мы вращаем, значит, только таз. То есть все стоит на месте, спина прямая, ничего не двигается, вращение только тазом осуществляется. Здесь дыхание произвольное. Почему? Потому что мы не раскрываем грудную клетку, не запрокидываемся никуда. Поэтому дышать можно совершенно произвольно. В одну сторону вращение производится только тазом, и в другую сторону производится точно такое же вращение. Вот таким вот образом. Это первая часть. Дальше. Так называемое выкачивание тазобедренного сустава и таза в сторону. Мы ставим стопу в ту сторону, куда выкачиваем таз, на дегустатор. Составляем на месте, переносим на эту ногу, значит, весь вес, на месте плечи стоят, они его одеваются, и выкачиваем в сторону таза.
Вот таким вот образом. Можно плавно делать, кто хорошо себя чувствует, может вот это вещи. И точно так же делаем это в другую сторону. Что важно? Важно не наклоняться в сторону, иначе ничего работать не будет. А наоборот, ничего не наклоняться. То есть плечи на месте и в сторону, вот относительно линии средней, мы выкачиваем таз. Можно даже помогать себе рукой. В принципе, хорошим контролем является то, что вы почувствуете в тазобедренном суставе, в области тазобедренного сустава, такое растяжение, как бы натягиваются связки там, и капсула сустава натягивается. При этом же еще работает, безусловно, и непосредственно и сам не только тазобедренный сустав, но и все сочленения и костей таза. То есть испытывают тоже нагрузку. Вот. Есть упражнение довольно сложное, но его освоить было бы неплохо. Смотрите. На вдохе мы отодвигаем ягодицы назад с помощью того, что прогибаемся в пояснице немножко. Но при этом мы не работаем над плечами, мы работаем только с тазом. То есть мы делаем вдох и вот так откачиваем попу. Да? А потом точно так же подбираем таз под себя, как Майкл Джексон делал, да, движение Майкла Джексона. Таз подбираем под себя и сжимаем ягодицы. Это мы на выдохе делаем. И вот это так. Живот работает. И таз ушел. Под себя. Полностью ушел. Таким образом. Вот. Сделали вращение. Да? Сделали эти движения. Довольно сложно. Кто не делал никогда, создаем это определенного понимания. Да? Дальше. А вот теперь уже поворот. Вообще поворот начинаем делать очень плавно, очень мягко. Даже те, кто уже давно занимается, должны начинать с легких амплитуд, потом увеличивать их, и можно темп увеличивать тоже постепенно. Смотрите, а как осуществляется поворот? Вообще вращается все, весь позвоночный столб. Мы рассматриваем тот факт, что мы до того, как начали разминать таз, мы все разминаем шею, грудь, поясницу, да, и вот дошли до таза. Колени зафиксированы четко на месте, как будто прижали колени к стене. Дошли к стене, вот стена, и прижали колени к стене. Все, они куда-то деваются. И вращается все, кроме коленки. Вот так это выглядит. То есть таз тоже поворачивается. Таз вращается, но колени при этом стоят на месте четко. Чтобы колени не вращались, лучше стопы поставить, чтобы они направлены были четко вперед. Даже немножко пальцы, большие пальцы ног, немножко смотрели вовнутрь. Если вы развернете пальцы наружу, у вас колени будут обязательно вращаться, как говорите. Будут обязательно двигаться. Если вы поставите прямо ноги, у вас колени вращаться не будут. Это важно. Вряд ли это кто-то расскажет, даже из функциональных, то есть из кинезиотерапевтов и докторов ЛФК. Они такие тонкости, когда с пациентами работают, обычно не вникают. Хотя сами это знают. Вот. Важный момент. Да? То есть пальцы ног чуть-чуть направлены вовнутрь. Чуть-чуть. Руки перед грудью. Как дышим? Как обычно. Да? Либо через середину, когда тихо работаем, либо в одну сторону ног, в другую вдох. Значит, если хотим одновременно промассировать органы внутренние, то мы на вдохе поворачиваемся. Если нам это не важно, то на выдохе поворачиваемся. То есть три варианта выглядят так. Вдох в середине, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Или наоборот. Выдох, вдох. Голова работает обязательно. То есть мы поворачиваем голову и смотрим себе за спину. При этом подключается глазодвигание и синергия. Чем мы больше смотрим себе за плечо, даже до противоположного плеча, то есть то, что за противоположным плечом, тем мы больше поворачиваемся. Осуществляем доводку. И еще доводку мы можем осуществлять, когда работаем на два такта. То есть мы делаем вдох, выдох, чуть-чуть и доводка. Еще. То есть как бы два выдоха получается, по-моему, выдыхаем. Вдох и.
следим за коленями, чтобы они вот так вот не гуляли. Колени гулять не должны. Колени стоят на месте, зафиксированы, лежат. И между коленями распорка стоит. Не гуляют они так. Распорка между коленями. Для спортсменов для тех, кто постоянно работает, можно делать просто повороты на вдохе, на выдохе, чтобы так. Довольно резко, да? Вот. Или даже то же самое, только довольно осуществляет. То есть на два такта. Чтобы усилить амплитуду, можно делать так, как будто вы локтем. Вот, локтем той руки в какую сторону поворачиваетесь, делаете за спину, то есть туда. Через так. Локтем дополнительно осуществляете рывок. Но это делать нужно только тогда, когда вы очень хорошо разогреты и у вас нет проблем. Если проблемы есть, никаких рывков в принципе не должно ни под каким соусом. И последнее упражнение, в ней предпоследнее. Смотрите, ноги встают, где-то две ширины плеч. Низко садиться не надо, как вот кибода, там кибодачи, мабу какой-то стоит. Нет, этого не нужно. Вот ноги две ширины плеч и чуть согнуть колени. Не надо никаких, за счет стоит принимать низких или глубоких. Руки на поясе. И смотрите, теперь мы переносим вес с одной ноги на другую, при этом сохраняя корпус. Четкая вертикаль. Ну, конечно, будет отклоняться вперед-назад немножко таз, но не должно быть вот так, что вы именно таз вращаете, а корпус у вас тоже гуляет. То есть угол один, угол другой, нет. Корпус все время стремится быть перпендикулярно к другу. То есть вертикально направлено. То есть мы переносим просто вес с одной ноги на другую по кругу и точно так же в другую сторону делаем. Дыхание, когда вперед выводится таз, вдох, назад вдох, то есть вот так. Вот таким вот образом. И третий, последний, это в тазобедренном суставе вращение. На самом деле для мобилизации тазобедренного сустава существует целый ряд упражнений, целый комплекс. Очень может быть, что в аннотациях вот к этому видео, если оно находится на YouTube или на другом видеохосте на каком-то, я дам ссылки на целый комплекс по мобилизации тазобедренного сустава. Но это уже отдельная тема. Здесь же мы его затрагиваем только для того, чтобы прогреть все. От таза до шеи, на шее и до таза. И поэтому завершающим является именно целенаправленный прогрев тазобедренного сустава. На одну ногу встали и назад вращаем ногу. Ногу стараемся поднимать коленом до подмышки, то есть амплитуда большая. Вот так вот делать. Никакого резона. Он есть, конечно, безусловно. Особенно если есть ограничение подвижности, то это хорошо. Но если позволяет вам именно подвижность, то невзирая на то, тяжело вам или нет, надо пытаться ногу поднимать до подмышки. Делать амплитуду большую, снова носить. Как бы даже не спереди, а на перекрестке. И уводить ее далеко назад. Представьте, что здесь перед вами бомбочка находится. И вы через эту бомбочку должны перенести ногу. И таким образом начинаете вращение. И в другую сторону точно так же. Внутрь. И другая нога также работает. И другую. Вот и все, в принципе. Ну а теперь я покажу вам, как это все делается в реальном времени.
Ну вот и все. Мы проработали с вами все от шеи и до таза, то есть и до копчика, и до костей таза, заднего сустава. Теперь вы это можете делать все каждое утро или перед каждой тренировкой. И у вас сильно снизится вероятность того, она снизится практически до нуля, что вы на тренировке получите какую-то травму, сделав какое-то неудачное действие, то есть аутотравму. Ваш оппонент может нанести его, но сами вы ее не получите, так как неловко повернувшись, махнув как-то рукой. Для людей, которые не занимаются спортом, это вообще критично. Делая только этот комплекс, они полностью восстанавливают функциональную свою всего позвоночника. Абсолютно. Чем замедляют процесс старения позвоночника? Замедляют течение остеохондроза и профилактируют осложнение его. В итоге вы будете чувствовать себя комфортно, молодо и легко. Вас не будут мучить боли в спине, если они уже были. И сейчас их нет, они больше не появятся, если их не было никогда, вы о них и не вспомните. Единственное, что важно помнить и понимать, что не надо креститься тогда, когда грянет гром, уже прогремел. Надо делать все заранее, забыть. Наоборот, если вы чувствуете себя замечательно и хорошо, вас ничего не беспокоит, то самое время заниматься вот этим, чтобы вас ничего и никогда не беспокоило. Если уже проблемы возникли, то заниматься этим будет намного сложнее. Надо будет сначала пролечиться полностью, уйти в стойкую какую-то ремиссию и там уже начать заниматься. Не ленитесь. Не так это много времени занимает. Это все очень просто, все доступно. Можно делать это всегда, везде. А в кабинете, выйдя там из машины на улицу, с утра, утром, вечером, на ночь, как угодно. Не требует больших затрат и большого там опыта. Все, будете заниматься и будет счастье вам. Удачи, не болейте, берегите позвоночник. Успехов!